Вдвоем. Сейчас мы будем спрашивать, как их зовут, они будут отвечать, а мы им будем вручать соответствующие дипломы. Теперь мы дипломировали, у нас артисты. Чего куда деться? Так, пожалуйста, нет, пожалуйста, называйте. Игорь. У этого мужчины раньше была фамилия, и он снимался у нас в кино. Говори имя, фамилия и что ты... Золото, бриллианты, не роняйте. И что ты делаешь в нашем фильме, пожалуйста? Плохим мальчишкой, Игорь! Аплодисменты. Диплом плохого мальчишки, пожалуйста. Так, ваше имя, фамилия и что вы делали в нашем фильме? Может, просто приходили и мешали нам, а может быть, что-то делали полезное, пожалуйста. Жигов Дмитрий. Делал и полезное, делал и вредное, и снимался, и завлекался, и все остальное. Я прошу вас передавать друг другу микрофон, друзья. Михаил Миров шлифовал мастерство одной очаровательной девушки, делал из обезьяны красивую женщину. Михаил Миров, Мишенька, ты у нас работаешь кем? Скажи, пожалуйста. Я работаю управляющим ночного клуба «Феличита». «Феличита»? «Феличита»? Светлана Латухина, играю главную женскую роль, внучку дедушки. Внучку дедушки, дайте. Аплодисменты, пожалуйста, Светлана. Микрофон, дайте, пожалуйста. Вот, теперь вот вам грамота внучки. Так написано, лучшие внучки дедушки. Пожалуйста, дайте. А я просто смотрю, как все это делается. Мне это было интересно. Да, вот понимаете, вот что значит фактура в нашем кино, дорогие друзья. Исполнитель главной роли, пожалуйста. Вячеслав Соболев, грамота вам, пожалуйста. Сухоруков Эдуард играл совершенно в этом фильме, который оскверняли памятники. Осквернял? Еще и каскадер. Еще и каскадер, пожалуйста. Алексей Якимов, злодей. Еще и каскадер. Тихо сделал. Бригад спецназа. Каскадер. Еще и каскадер. Еще и каскадер. Не, просто трюки сами все выполняли. Алексей Дребезов. В роли бойца спецназа, как и Тихонов. Актер каскадер. Багрей Александр. Каскадер. Играл роль спецназовца. Положительная. Кто сказал положительная? Алексей Калашников. Главный, ну, один из злодеев в финале бился с Александром Кондратенко. Помогал с трюками. Здравствуйте. Коровкина Аннет. Одна из сектанток. Это плохая роль. И хороший помогал делать кровь. Гример это называется. Сектант правый, первый. Помогал разжигать символический каббалистический костер. Уряшкина Валерия, я тоже участвовала, я была участником секты на шабаше. Ведьма. Ведьмой была, да. Пытались убить главную героиню. Да, я пыталась убить главную героиню. Александра Екатерина, тоже участница шабаша. Ведьма. Масло Фатио, один из операторов данного фильма и один из учредителей кинокомпании. Работа Елена, я ведьма.